У меня осознанно есть цель в самом начале сделать так, чтобы люди чувствовали себя в кругу единомышленников, потому что большинство людей, они стесняются, боятся первый раз прийти в поход. И потом, поэтому я, пока вот мы едем или собираемся, я делаю так, чтобы обстановка была максимально расслабленной, легкой, и начинаю во время пути сплочать людей. И когда мы уже доходим до места, где разбиваем лагерь, я стараюсь, чтобы мы все сидели вместе и делились своими припасами, общались. И постепенно к концу похода уже люди как бы познакомились, уже обмениваются контактами. И вот практически в каждом походе у нас очень много людей находит себе единомышленников.